В рамках программы профессиональной переподготовки современный заместитель руководителя образовательной организации, заместители директоров московских школ поучаствовали в стратегической сессии, которая направлена на совместную разработку стратегически значимого видения организации развития школы и проектирование конвергентной основной образовательной программы в контексте образовательной политики. Стратегическая сессия – это великолепное мероприятие, на котором мне удалось сегодня поприсутствовать. Вопросы и интерактивные игры были поставлены конкретно. Люди с удовольствием и с большим энтузиазмом принимали участие. Большие споры. Людям предстояло отстоять свое мнение и выработать определенный курс и прийти к определенному результату, собственно говоря, чего и добились. Это некое разрушение шаблона восприятия самого себя в учебном процессе, своей роли в школе, понимание того, куда идет наша школа, как она должна идти и какие должны при этом использовать методы. Технология организации стратегической сессии позволила рассмотреть ключевые вопросы с позиции всех субъектов образовательного процесса, проанализировать подходы и прийти к единому видению заданной ситуации. Сегодняшний день показал, что придется немножко подкорректировать ежедневную свою работу, вообще организацию своего труда и особенности работы именно с педагогическим составом, с учителями. Стратегическая сессия состояла из трех этапов, в ходе которых участники обсудили ключевые проекты в сфере образовательной политики, исследовали факторы, влияющие на содержание основной образовательной программы, а также рассмотрели развитие образовательной программы школы с разных ролевых позиций.